Неудачная пластика. Вид, покинувший Россию Цой, вызвал отрыв. Анете Цой 48 лет. Это время, когда кожа начинает увядать, появляются глубокие морщины, последствия гравитационного птоза лица. Как говорят пластические хирурги, именно в этом возрасте к ним обращается наибольшее число женщин. Судя по всему, Анита Цой не стала исключением. Певицу сняли возле входа в терминал международного аэропорта Инчхон, что в 70 километрах от столицы Республики Корея Сеула. Лицо спешащей и явно стремящейся остаться неузнаваемой Аниты Цой закрывала широкая черная защитная маска и черные очки. Судя по всему, певица сделала пластическую операцию по корректировке нижней части овала лица. Пояснил шокирующие новости, рассмотревший снимок пластический хирург. Многие звезды вставляют в подбородок силиконовый имплант. Его часто используют вместо круговой подтяжки лица, когда из-за недоразвитости челюсти происходит провисание тканей. А подбородок и скулы – это каркас лица. И если посмотреть на женщин за 45, то можно увидеть, что те, у кого ярко выраженный подбородок и скулы, выглядят моложе. Маска и очки в этом случае позволяют скрыть рубцы, гематомы и отеки, уверяет врач. Хотя у поклонников вид Аниты Цой вызвал отрыв. Многие даже боятся, что пластика оказалась неудачной. Публикация фотографии из Инстаграм. Впрочем, так это или нет, увидим уже скоро. Следы хирургического вмешательства, как правило, проходят через пару недель. Пока же вспомним слова мудрой Коко Шанель, которая говорила: «В 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30 его лепит жизнь, но в 50 вы должны заслужить его сами». Анита Цой заслужила. Стоит заметить, что Цой в последние месяцы зачастила в Корею под разными предлогами. На этот раз, по официальной версии, она ездила на встречу с корейскими поклонниками и блогерами. Там она получила премию Best Blog Awards 2019 в номинации «Лучшая коллаборация с блогером» и представила песню в голосе. Но похоже, один из корейских блогеров сдал певицу, разместив снимок с предположением о хирургическом вмешательстве. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Не хуже Виталины. Сексуальная казаченка соблазнила Джигарханяна. Народ обомлел от оголившегося 19-летнего детеныша. Навки. До мозга, сантиметр. Боярскому всадили нож в горло. Я неуравновешенный. Маликов о наркотиках и алкоголе. Что с лицом? Вид зараженной Гагариной после капельницы вызвал шок. И многое другое.